Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Крупнейший семейный фонд в России. Семья Тимченко занимается благотворительностью в России и за рубежом более 20 лет. Елена и Геннадия Тимченко из США. Фонд содействует культурному развитию российских регионов, сохранению российского культурного и исторического наследия, а также развивает культурный мост между Россией и другими странами мира, как основу выстраивания добрососедских отношений. Фонд помогает людям, меняющим к лучшему свою жизнь и мир вокруг себя. Работает ради настоящего и будущего страны. Фестиваль «Вечный огонь» был организован для расширения культурного обмена между Россией и Китаем и приурочен к 70-летию победы СССР и Китая во Второй мировой войне. Для обеих стран эта война стала тяжелейшим испытанием. Для Советского Союза 4 года смертельной схватки с немецкими захватчиками. Для Китая 8 лет затяжных кровопролитных столкновений с Японией. Показ фильмов о войне – это еще одна возможность сохранить историческую память и укрепить интерес граждан к нашей общей истории. Продолжит также освещать фестиваля уникальный и неповторимый в своем роде жанр художественного творчества песочная анимация. Художник Екатерина Барсукова на ваших глазах создал произведение искусства, навеянное тематикой военных лет и общей победы русского и китайского народа в годы Второй мировой и Великой Отечественной войны. Итак, вашему вниманию предоставляется песочная анимация художник Екатерина Барсукова. Thank you.
ваши аплодисменты. Екатерина Корсакова и ее песенная анимация. Екатерина Корсакова. Сегодняшний кинофестиваль организован Госфильмофондом России. Что же такое Госфильмофонд России? Он основан 4 октября 1948 года. Госфильмофонд России владеет крупнейшей и одной из лучших кинематографических коллекций в мире. На сегодняшний день в фонде хранится более 70 тысяч наименований кинолент или 967 тысяч роликов фильмового материала, от немых картин братьев Люмьер, снятых во Франции в 1895 году, до современных российских и зарубежных произведений кинематографа. 其万多，呃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 ，
Уважаемые гости, в дни кинофестиваля у вас будет возможность посмотреть следующие кинокартины. «Красный Гонорян», 1.8, «Город жизни и смерти», «Битва за Тейр-Джуан», «Кровавая битва на перевале Конь-Луй», «В горах Тайханшай», ну а сейчас на экране фильм «Желтая земля».这下的优秀影片，红高粱，一个和八个，南京，铁血天涯壮的，铁血混乱，台汉山上，而那个一会儿，请各位欣赏黄土地。 Итак, на экранах фильм «Желтая земля». Желаем всем приятного просмотра, хорошего вечера и хорошего начала кинофестиваля. Я на чем-то.